Всем привет! Мы на выставке IFA 2014. Итак, мы на стенде Cat, наследника глобального бренда Caterpillar, который делает вот такие вот штуки, только побольше. На стенде Cat сегодня представлены практически неубиваемые смартфоны, телефоны и аксессуары для других устройств, планшетов и смартфонов других производителей. Актуальный смартфон свежей линейки неубиваемых гаджетов Cat – это Android Phone Cat B15Q. У устройства актуальные технические характеристики, 4-ядерный процессор, большой яркий экран, свежая версия операционной системы Android 4.4, но самое важное, разумеется, не в этом. Посмотрите на этот прочный защищенный корпус, металлические вставки, прорезиненный пластик. Если уронить этот телефон с высоты 1,8 метра, ничего не случится. Если погрузить его в воду с ним, тоже ничего не случится. А вот уже не смартфон, телефон Cat B-Stop. Устройство точно так же защищено от пыли, ударов, влаги и воды. Его можно бросать, ронять, купать. Отличительной особенностью этой модели от других звонилок, помимо защищенности и брутального дизайна, является встроенный модуль GPS, который в сочетании с Java-технологиями позволяет ориентироваться на местности. А вот и звезда стенда Cat на выставке IFA 2014. Самый свежий, самый актуальный смартфон компании Cat S50. Гаджет ориентирован на тех людей, которые занимаются активными видами спорта. Вот эти вот металлические вставки, прорезиненный пластик и полностью конструкция корпуса работают на то, чтобы защищать умную начинку, которая спрятана внутри этого, на самом деле, небольшого по параметрам, по габаритам устройства. Кстати, о начинке. Внутри здесь работает 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon. Здесь большой яркий экран. Здесь есть все необходимое в плане беспроводной связи. Это и новомодная нынче NFC, и беспроводная зарядка. Здесь большая 8-мегапиксельная камера. Специалисты Cat в одном месте собрали все самое интересное, что может пригодиться обладателям этого смартфона. Это GPS-трекеры, это приложение для фитнеса, для здоровья и для работы. Помимо смартфонов, Cat выпускает еще и защитные аксессуары для гаджетов других производителей. В линейке есть масса вариантов, масса цветов. Все они защищают айфоны, айпады, Самсунги даже, от падений. То есть, если, например, на iPad надеть вот такой вот чехол, с ним ничего не случится. Точно такие же чехлы есть для всех актуальных моделей айфонов, а также для смартфонов Samsung. И бонус-трек. Такой же защищенный, такой же надежный чехол для iPhone 6. Да-да, вы не ослышались, iPhone 6. При этом в России чехол поступит в продажу одновременно с новым смартфоном от Apple. Смартфоны и аксессуары Cat. Высокотехнологичные, брутальные, стильные и надежные. А вот насколько надежные, проверим опытным путем. Вот мы и во всеоружии прибыли на наш испытательный полигон, чтобы проверить смартфоны Cat в действии. Перед тем, как проводить очередной этап испытаний, нужно проверить, все ли в порядке с корпусом, все ли на месте после нашего первого испытания. Итак, все окей. Приступаем. Так, ну теперь соберем эти телефоны и проверим, все ли в порядке. Так, на этом заглушка на месте, камера цела, дисплей цел. Здесь тоже все как было. Ну и тут ни люфтов никаких не появилось, ни трещин, ни царапин. В общем, молодцы. Ну что, я считаю, миссия выполнена. Алло. Да-да, вылетаю.